Перший снег и одразу буйная авария. У Калинковицким районе у автокатастрофы загинули 5 человек. ДТЗ отбылося сегодня, коли 11:01 раницы на 176-м километре автодороги мяжа Российской Федерации Гомель-Кобрин. Микроавтобус Volkswagen транспортер, у салоне якого знаходилось 6 человек, выехал на полосу встречного руху и сутыкнулся с молоковозом. У Даини выключают как помылку водителя, так и уплыв складанных умов надворья. 5 жанчын, якія ехалі ў мікраўтобусе ў якасці пасажыраў, загінулі. Вадзіцель трапіў у рэанімацыю. У ходзе работы следчай аператыўнай групы высветлілася, што на «Фольксвагене» была ўсталявана летняя гума. Узбуджана крымінальная справа.